Друзья мои, всем огромный привет. Сочи распогодилось. Плюс 15, а на солнце, наверное, плюс 20. Реально жарко, даже вот так вот. Я приехал на новый объект. И это объект для тех, кто хотел себе таунхаус. Супер современный стиль хай-тек с бассейнами, с костровой зоной, с огромной территорией, с парковками в супер ликвидном месте от 16 миллионов рублей. Если интересно, смотрим. Друзья, вот он, так называемый объект, коттеджный поселок Нова. Здесь будут таунхаусы. В общем, смысл в чем? Территория приличная, территория такая более чем огромная, я бы сказал, по меркам Сочи. Здесь будет около 40, чуть меньше, таунхаусов. И на этой территории будет расположен такой оазис среди большого Сочи. То есть это будут таунхаусы в стиле хай-тек. Видео я обязательно прикреплю чуть позже в этом ролике. Досмотрите до конца, там будет прям концепция всего поселка озвучена. Вы увидите, как они будут выглядеть, вы поймете, что, вот, грубо говоря, вот этот вот так называемый пустырь, который сейчас, да, этот участок будет превращен просто в цветущий, благоухающий оазис по дороге на Красную Поляну. Этот объект находится сразу между новой дорогой на Красную Поляну, вот она, да, и старой дорогой на Красную Поляну, вот она. Здесь вот буквально там 300-400 метров это ЖК на Зеленый и объект Династия Хиллз. Там море, там Красная Поляна, ну а здесь будут коттеджи и таунхаусы. Объект от нашего надежного застройщика, от, я бы сказал, даже от группы застройщиков, все те, кто строили Paradise, Paradise Park, Manhattan Park, что еще вам такого полезного рассказать, из чего вы можете знать, да, про этих застройщиков. Наверное, New Point, это все вот одна группа застройщиков, да, и по надежности здесь вопросов никаких нет. В плане локации, локация во, то есть реально, если вам хочется получить там через год, через полтора коттедж в Сочи, свой таунхаус, например, там 75, 80, там 100 квадратных метров, то это самое время покупать, потому что здесь цены сейчас просто на самом начальном уровне. Конечно, цена здесь будет дифференцирована, то есть как только будут проданы 2, 3, 5 коттеджей, цена сразу будет ползти вверх. И на данный момент это 16 миллионов рублей от 80 квадратов, да, коттеджа, таунхауса. Фактически это альтернатива, классная вот такая вот альтернатива, трехкомнатные квартиры в Сочи. Как вы знаете, сейчас в Сочи реально с учетом роста цен трехкомнатные квартиры, ну их в принципе нет в нормальном диапазоне цен. Они начинаются там от 20-25 миллионов, и это дома такие не самые классные, не самые фешенебельные и без особой инфраструктуры, так скажем. Здесь же удобный выезд в сторону моря, удобный выезд в сторону Красной Поляны, аэропорт, в общем, все основные узлы, школы, все это есть. Цена более чем интересная, от 16 миллионов, но, повторюсь, она будет расти. Далее предлагаю посмотреть само видео про этот коттеджный поселок и уже сделать все выводы. Если у вас есть желание приобретать в Сочи недвижимость по хорошей цене, здесь на данном этапе сохраняется инвестиционная привлекательность. 16 миллионов рублей за свой таунхаус в Сочи в суперликвидном месте. Это вот так вот, поверьте, со всеми центральными коммуникациями и суперсовременной отделкой. Хай-тек с алюминиевым фасадом, с алюминиевыми окнами, с раздвижными системами. В общем, эта цена просто подарочная. Скажу сразу, что часть коттеджей будет продана, часть коттеджей они оставят на потом, для того, чтобы уже получать максимальную прибыль. На выходе эти коттеджи будут стоить в районе 25-27 миллионов. Но здесь особо показывать пока нечего, просто я знакомлю вас с новыми объектами, друзья, и мы будем наблюдать дальше за ходом строительства. А у вас, если остались какие-то вопросы, пишите мне в WhatsApp, задавайте, буду рад ответить. Или просто берите и звоните, если вдруг по тем или иным причинам в WhatsApp написали, но я не ответил, потому что переписок очень много, признаюсь честно, не всем успеваю отвечать сразу. Поэтому грешен, извиняюсь. Поэтому, если что-то срочно, просто набирайте, всегда поднимаю трубку. Если не поднял, сразу перезвоню.
Поэтому давайте будем на связи. С вами Павел Морозов, это канал о недвижимости в Сочи, об инвестициях, об объектах для себя. Самое выгодное из первых уст. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем хорошего дня, всем пока.